иду с камерой, не еб***. Сейчас бутылочку и все, да? Сегодня не пьем до вечера. Еще бутылки не было. Внизу до вечера не пил. Чего? Внизу был. Слушай, твои слова вчера были, блядь, что ты бухаешь только вечером, 4 дня, блядь, причем. Тогда почему бухаешь и пьешь пиво? А, не считается. Да, вообще не считается. Ты внизу был? Нет, сейчас идем. С рыбой там что? Мы вчера на рыбалке были. Я знаю, он сказал, не сиди, будет рыба, я сейчас. Ребят, хорошее утро, это вот так. Да. Так. Завтрак. А еще и пивко, еб***. Брейкфест, еще и пивко налили. А, бля. Ну, давай. А вот это вот. Чего? Сейчас попробуем. Сами ловили всю ночь. Фиш. Вот. А что они не почистили ты? Или почистили? В ожидании байков. Что нам скажет Александр? Они нас кружат. Наконец-то, ребят, мы все хотя бы собрались потихонечку. Кто-то был очень недоволен. Мой байк ждал. Чудок, остановились в кафешке. Это в Сигирию это не успели ни хрена. Скорее всего. Да? Расстроен? До 4 работаю. Расстроит. Так вот, были на Шри-Ланке, да? Едим балийскую еду. Леха, ты доволен? Чем? Можно на Бали не ехать. Нет, все равно поеду. Так, ребята, короче, ресорт Сигирия. Сигирия, вот смотрите, вот это улыбающееся. Чину, смайл. Огонь. Короче, смотрите, он говорит, то, что слоны ходят, элефант. А, кокосы срывают, ребят, бананы, вот, кстати, бананы тоже есть. А так вообще, номерочек, вот, если на двоих, то это будет вот такой. Ну, в смысле, на разных двоих. На двух мужиков, либо на двух девушек. Туалет есть, теплая вода есть, кондиционер есть. За 2000, короче, отдает огонь. Я не знаю, а одиночные... Правда, он почему-то за 2,5. Но все равно. Короче, если что, обращайтесь к нему. Будет огонь. Да? Вот так вот. Короче, Амрон, ресорт Сигирия. Ребят, смотрите, нифига себе, папайя. Вот. Это все в этом. Амрон, ресорт. Офигеть. Это папайя, реально папайя. Вообще огонь. Папайя, we are using for the breakfast in the morning. Food. Fruit, yeah. Yes. А вот что-то Саня куда-то, короче, пропал. Он, блин, проехал, оказывается, лишние там 37 километров, что ли. Жесть. Все приехали. Наконец-то Саня потерялся. 19 лишних километров проехал. Нормально. 19 другой. Огонь. Ладно, приперли, взяли, в общем, эти два номера по 2000 рублей. Ну, надо сказать, welcome drink не дают, но welcome chips дают. Ребята, прикольно. Нам показалось то, что из кокоса. Так, ребята, всем доброе утро. 4:30 я проснулся, у меня с ребятами на гору не пошел. Они на Сигири были и на вторую. Тупо вообще не спалось всю ночь. Как-то ни о чем было, хотя мы легли спать в 9 утра. Ой, фу, в 9:10. Короче, начальник отеля сказал то, что даст большую скидку, кто приедет и покажет ему видео. И смотрите, он еще показал то, что у них вот прям перец растет. Шри-ланкийцы все очень любят именно такой перец. English banana, Russian banana. Кесель, Шри-Ланка. Кесель. Кесель? Кесель. По-шри-ланкийски есть типа кисель. Называться бананы. Даже не знаю, что это круто. Понял. It's very sour. Сало? Да, сало будет. Не знаю, насколько он сало. Такое необычное. Дергай.
говорит, за эту и макак пугает. Короче, заходите, заезжайте. Он вам обещал дискаунт большой. Ребят, короче, огонь. Ребята обратно полетят через Китай, потому что война с Ираном началась. А, Жириновский говорил, не надо шутить с войной. Джордж, сразу кемпой, да? Остановились в центре города Стамбула. Покупаем вот такие хрени. Ребятам понравилось, как она у меня работает. Ребят, херней тут занимаются. Крепежи, крепежи. Да, вот сейчас снимут получше. Такая же, как у меня почти. У меня вот эти держат. Тут помогает местная охрана. Алёха, остановились. Даже на пивко попить, а кокосик? Это, как бы, вискарь. Вискарь. Резко. А мы ещё нальём туда, это. У нас есть виски. Шкалик. А, кстати, туда шкалик нормально зайдёт. Шкалик можно, да-да-да. Так что, продолжаем. Да. Я тоже кокосик, ребят. 80 местных, делите на 3, рублей будет. Все, мы в Канди занимаемся всякой херней. Вот написано Канди. По городу 5 километров. Я думаю, обосремся сейчас. Че, приехали мы в Канди. И тут вроде мы только кафешку поищем. Больше ничего искать не будем. Я весь грязный. Весь грязный. Мне нужно мыться срочно. Мне нравится свой купол. Вот твой тоже. Глеб, у вас одинаковый. Приперлись. Вот, товарищ нас. И да, на Дудуде. За 100 рублей пригнал, короче, нас в ресторан «Бамбу» называется. Прикольно, ребят. Пиво 600 стоит. Ну, 200 рублей примерно. То есть, короче, можно. Местным ничего не продают. Местным после 7 или 8 продают. Город Канди. Готово, готово. Принесли Сереге. Это что? И почем? 700. Делите на 3, получите в рублях. А что, карбонара? Карбонара нормальная. Ну ты плачешь, я не знаю. И это что? Свинина. А что стоит? 700 или 800? Вот, ребят, так и жрём. А, ну, я больше что жру. Смотрели отельчик, хотели это, каждый по номеру взять за... Да, спасибо. Ну, банк посадки. Да, сэнноу, прайс. Банк вот. Прайс. Не хочет. Давайте. Говорит, там 4 кровати у тебя сейчас будет. И это в одном номере. Ну, решили уж посмотреть. Ладно, зашли. 3 кровати, одна причем очень большая. Говорит, а мы сейчас вытащим большую эту, и вам 2 маленькие поставим. За 8 800. Потом мне уже подошел сейчас за 8, сказал. Короче, ну, скажем, по 2000. В общем, нет, конечно, 4 морды. Конёр, да, есть, но просто тупо неинтересно. Так, взяли отели каждому по номеру за 1200 рублей, короче. Получается примерно 3600 в этих местных кубриках. Вот так тут, довольно-таки просторно. Кондёр. Я с камерой уже килограмм 5 точно сбросил. Рубашка надо уже стирать. Сидушки. Ну, в общем, интересно. Так, вот здесь, наверное, свет. Туалет. Душ. Вот так вот попросили на ресепшене, чтобы нам пивас купили, потому что почему-то в городе его нету особо. Короче, купили 9 бутылок нам. Как-то вот так. А, и он говорит, это. Я ему говорю, а где этот, где холодильник, почему нету? Мне пьют, наверное, как-то охлажда. Взял прыгнуть. Вот так, Гань. Все. Надо сходить на прогулку. На небольшую. Саня только что вышел с пивом. Сказали, что нельзя ни хрена на улице херачить. Поэтому Саня пришел и обратно его поставил.
Чего, сейчас мы вернемся. Набережная, но уже только вечером. Храм Зубы Будды. Мы сюда не пойдем. Нам нечего делать. Хоть 1500. А толку ноль. Зуба там нет. Взяли за 650, короче, на руку. Вот сюда вешается. Вот так. Можно им бить, если что. В глаз прям. 650, 200 рублей. 10-15 рублей. Нормалек. Это сейчас вы уже увидите. В общем, настал такой момент, ребят. Да, я все-таки обещал что-то такое примерно сделать. Голос сейчас еще такой. Но бутылочка. Мы только что оприходовали сами. И, как показывают в этом орешке, короче, Пятихат теперь ваш. Он будет здесь, в хате. Ну, давайте попробуем. Потихонечку, так сказать. Полегонечку. Да, она улезла. Короче, ребят, эта бутылочка ваша будет где-то тут. Так, кто найдет, пишите, связывайтесь по электронной почте, у меня в описании в любом видео.